Говорят, пиздец, прям передо мной. Ебануться, блядь, пиздец. В общем-то, те же самые ученые, там же в Советском Союзе. Ой, бля. Еще одно очень интересное явление. А там без нее никак. Там эх, сейчас. Ты. Ничего себе, колесо отвалилось. Хорошо, что я никого не зацепила. Да? И вон второе. Ля-ля-ля! Охренеть, трамвай! Вот эти апокалипсис 2012. А он стоял, ух, кстати. Видели, как наши Я работаю. Е есть заебись, как красавка. Нормально. Что делает? Блин. Как он так сделал? Ох как, ничего себе. В трамвай врезался.
западных германских политиков. Поэтому Меркель допускает реванш. Кафешки не останавливаемся, я ей в прошлый раз сказала. Вообще, я...